Планета Тартарус опустошена. Население частью бежало, частью было уничтожено орками. Города разрушены и сожжены. Сама Земля отравлена кровью чужаков, предателей и еретиков. Ничего не осталось. Ничего, кроме нечестивых язычников и прославленного космодесанта, который уничтожит всю ересь. В этом проклятом крае, в этот черный день, мы как один встанем на пути врагов Императора. И они узнают, что даже в этих оскверненных адских скалах мы не потерпим присутствия адаптов хаоса. Ни сейчас, никогда. Да, не потерпим. Всем привет, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Warhammer 40 000 Dawn of War. И сегодня, наверное, финал. Я не уверен, что это сейчас на экране, но мне кажется, это финал. Последняя миссия, давайте узнаем уже. Тотальная война. Похоже, все эти боевые действия притягивают варп-шторм, ускоряя его прибытие. У нас осталось мало времени. Уверен, что Синдри уже освободил демона. Тогда все понятно. Мы должны его уничтожить. И пусть наше оружие слабо, этот демон не найдет подобной слабости в наших сердцах. Я знаю, я верю в вас, командор. Вот, возьмите это. Что это? Молот демоноборца. Тот, что убивает богов. Мы хотели им уничтожить демона, пока тот был заключен в камне. Мы были бы глупцами, если бы не имели с собой средства осуществления наших целей. Вы доверяете этот молот мне? Я не могу представить никого, кроме тебя, способного сразить демона этим молотом. Назови это предчувствием. Но я уверен, что именно ты должен завершить эту битву, а не я. Ты думаешь о предателе Изидоре? Я поступил таким же образом со столькими людьми, сколько ты не можешь себе даже представить. Капитан, поверь мне, ты не несешь ответственности за ошибки других. Истинное доказательство веры — это умение освободить заблудшие души от яда хаоса. Эльдары, они в отчаянии, коли решились идти в битву столь жалкими силами. Время пришло. Готовь свой дух к битве. Для тебя она будет 100 крат тяжелее, чем для остальных. Ну же, давай еще чуть-чуть. Да, он пришел. Ну давайте же посмотрим на этого демона. Вау. Блин, я думал обойдется без строительства базы. Ну ладно, раз надо, значит надо. Принц демон Синдри стал практически непобедимым благодаря силе Маледикта. Но мы все равно одержим победу. Эти отвратительные создания ничто перед чистотой нашего сердец и слова императора. Да-да, слово императора. Ресурсы у нас начально есть, что уже неплохо. В вашем распоряжении. Страх повергает веру. Ой, ё-моё, что-то я уже сам запутался во всех этих кнопках начинаю. Чё, серьезно что ли? Дредноут, иди помоги. Война. Безделье плодит ересь. Есть. Ожидаю приказаний. Приказывай. Свой дух взвода восстановлен. Именем его! Тут есть проход? Ой, смотрите, эльдары! Классно! Они у нас союзники! Ес! Наконец-то хоть кто-то в союзниках. Я устал уже один сражаться, честное слово. Очень тяжело одному сражаться. Сейчас хоть приятно. Я вновь готов служить. Да, лорд. Моя цель — служение. Предел войск? Вау. Неожиданно. Да, мой командир. Давайте пройдем вот к этой. Приготовиться к атаке. Что угодно. Ожидаю приказаний. Враги Империи будут уничтожены.
Ожидаю приказания. Направьте нас на врага. Давайте уничтожим вот этих кошмариков. Мы избраны императором. Давай. Что угодно. Вот эти твари очень мощные. Последний остался. Давай, живи. Что это взрывается здесь? Обратно в бой. Выдвигаемся. Будьте бдительны. Выдвигаемся. Да, мой командир. Безделье плодит ересь. Оружие к бою готово. Ну пусть эльдары, короче, сражаются. У них это явно лучше получится, чем у меня. Вера наш щит. Блин, мне вообще... Страх повергает веру. Будьте бдительны. У меня вообще нету ресурсов никаких. Черт, блин, вообще жесть. Регион под нашей защитой. Что ж их так мало-то, а, ресурсов? Мы готовы к испытаниям. Да, лорд. Под огнем! Как можно быстрее. Ну, эльдары что-то вообще ни черта не делают. Надеюсь, они хоть это... Начнут базу отстраивать, не будут просто так-то одним солдатом ходить. Да? Вы же не будете? Про... Реликтовую точку захватили. Союзы. Смотрите, я им могу даже этих ресурсы отсыпать. Давайте я им это, знак доброй воли, отсыплю. Ну а почему нет? Я, у них не особо много, я вижу, энергии. Направьте нас на врага. Будьте бдительны. Мы готовы к испытаниям. Что вам угодно. Я жду вашего приказа. Так, все, ресурсы как начинают можно быстрее прибывать. А, это метеориты падают. Я думал, кто, это кто-то стреляет. Не, это просто что-то падает все время. Нифига себе мощно. Нифига себе не мощно. Вы видели, он просто взял и умер. Жесть. Так, а это что у нас? О, клево здесь энергия. Направьте нас на врага. Блин, черт, не то. Ну вот, смотрите, они развиваются. Неплохо. О, база. У них есть базы. Е-е-е. Но они должны построить что-то. Они должны построить какую-нибудь защитную. Безделье плодит ересь. Я жду вашего приказа. Страх повергает веру. Страх повергает да, веру. Да, великолепный. Вернись-ка ты да, на базу. Поверите. А, не-не-не, стой. Моя цель — служение. А, нифига себе влияние, нет. Подчиняюсь. Я столько тратить не буду. Лучше еще один электростанцию построить. Схема строительства 721 запущена. Ну и кого вы боитесь, ё-моё? Серьёзно? Он будет вечно издолбить эту штуку. Ну, надеюсь, они не такие тупые, чтобы просто посылать, строить по одному войску и посылать их на смерть. Хотя кто их знает? Кто этих чертовых эльдаров знает? Безделье плодит ересь. Так, хорошо. Да, о, великолепный. Давайте начнем уже эту.
следовать. О, все, они трупы. Смотрите, их хаос умеет захватывать, однако. Нас расстреливают! Но они далеко так не продвинутся, если будут просто посылать по одному солдату. Да, мой командир. Мы избраны императором. Вперед к славе! Так, хорошо. Я жду вашего приказа. Как скажете. О, смотрите-ка, портал. Давайте мы им поможем все же. Мне кажется, что у них больше шансов что-то сделать, чем у меня. Дадим им ресурсы. Что у нас, собственно, за задание? Давайте посмотрим. Задача. Убить принца демона и все. Окей. Не думаю, что это будет трудно. Построим пару дредноутов и вместе с эльдарами пойдем их убьем. Оп-оп-оп, и все умерли. Ну вот, у них появилась наконец-то база. Хоть какая-то. И то хорошо. И ресурсы у них есть, и база есть теперь. Ну, то есть, смотрите, у них пушка третьего уровня уже. Мне даже такой нет. Обидно, да? Не обидно. О, смотрите, уже по два отряда поперло. А тут они никого не хотят строить. Враг атакует! Вера наш щит! А, черт! Придется отменить. Будьте бдительны! Мы избраны императором! Думаю, мне вот этой армии вполне хватит. Я ее прокачаю и ее вполне хватит, чтобы в итоге победить этого принца. О, смотрите, поперла хорошая армия. О, банши, неплохо. Ну вот нужно им сконцентрировать это свою атаку, а не просто по одному ходить отряду. Бам. А, ну не скоро они тут еще куда-то прорвутся. Так, а давайте мы тем временем прорвемся вот до этой точки. Ожидаю приказаний. Будьте бдительны. Ожидаю приказаний. Что вам угодно? Нас не остановить! Вперед к славе! Атакуем противника! Да, мой командир! Что вам угодно? Мы попали под плотный огонь противника! Что вам угодно? Страх повергает веру! Приказ принят! Вера наш щит! Страх повергает веру. В вашем распоряжении. Вера, да, думаю, щит. Вот так вот сойдет. Я опять молчу, да? Я сам не замечаю уже, когда молчу, когда нет, потому что... Уж больно напряженка. Да, о великолепный. Ладно, мне надо там как базу поставить, так что надо лететь туда. Вызовем здесь вот этого. Захват удался. Надеюсь, их не герой не просто так же умрет. Ваше желание. Убегай, герой, убегай.
О, храм душ. Оп, откинулся герой. Класс. Ну и чё, хотите сказать, их сейчас захватят? Ну давайте, вызовите отряд. Капец. Ужас. Надо им как-нибудь бы помочь, я не знаю. Давайте мы им отряд один пошлем. Что помощь. Угодно. Приготовиться к атаке. Да, Лорд. Как можно быстрее. Вера наш щит. Приказ принят. Давай, давай, должны успеть. Приготовиться к атаке. Подобитесь нашего гнева! Вперед к славе! Выдвигаемся! Очистить! Изгнать! Уничтожить! Да, мне нужны союзники, чтобы они, по крайней мере, хоть чуть-чуть отвлекали на себя внимание, поэтому я буду стоять и помогать им. О, отлично! Это уже хорошо. Я не буду захватывать их не точку. Пусть они сами ее возьмут. А то у них ресурсов не будет. Да, поверите. Хорошо, давайте это. Улучшим все точки до второго уровня, чтобы больше ресурсов было. А, тут еще первого нет. Так, давайте. Чуть-чуть им энергии пошлем. Мне кажется, им доходит сюжет игра. Здесь должно все работать. Я здесь для того, чтобы служить. Ну тут вообще никто не нападает, честно. Надо бы прорваться тогда дальше. Но я пока этого делать не буду. Потому что мне пока не камильфо это делать. Ладно, я давайте. Здесь для того, чтобы служить. Сделаем вот так, сделаем. Вот так. Вы чё, издеваетесь? Чё за уроды, блин? Подождите. Так, продолжаем. Да-да-да. Очень любит сверлить. Утром. Хорошо. Давайте гранатки возьмем на всякий случай. Ну, ребята, вы это-то... Чё происходит? Направьте нас на врага. Нас не остановить! Под огнем! Приготовиться к атаке! Так, хорошо. Хорошо. Я здесь для того, чтобы служить. А, нет, я же хотел вот это сделать. Да, о, великолепный. А, блин, да чё? Блин, не то, не как то. Как скажете. Вот. Всё, давайте мы этим отдадим. Мне кажется, у них мало энергии. Давайте им всё отдадим. Потому что у меня сейчас будет ее все равно много. Больше, чем мне надо. Готов начать расследование. Да, он великолепный. Как скажете. А вот им энергия, она понадобится. Зачем они строят врата друг рядом с другом? Я не знаю. Надо бы у них спросить. Так они, интересно, они захватывать-то будут или все, они уже забили на игру. Все такое поисли. Строительство начал. Подчиняюсь.
Полный слив, все такое типа. Я сливаюсь. Схема строительства 721 запущена. Так, хорошо. Здесь у нас второй уровень, второй уровень. Вот уроды, а! Сейчас же будут через каждые 5 секунд так. О, падлы. О, вот тут просто... О, жесть. Ну ладно, вроде бы небольшие у них там приступы. Не так-то уж сильно, чтобы прям очень. Ну давай, 450. Молодца. Ну все, видимо, у них руки опустились после того, как у них уничтожили эту вышку. Надо было им помочь бы сразу, что-то я не я подумал. Здесь для того, чтобы служить. Давайте хоть эту им восстановлю, пойду. Так, давайте. Пошлем еще ресурсы. Отлично. Мне не жалко для них. Пусть они сами сражаются. Но они же должны когда-то начать сражаться, по идее. У них же интеллект хоть как-то же запрограммирован на войну. Хотя герои у них убили. Строительство завершено. Да, великолепный. Как можно быстрее. Это так чисто для себя. Так, ладно, давайте посмотрим, где у нас обитает этот гад. Отлично, отлично, отлично. Так, ты. Ты плыви вот сюда. Так. Ты. Ты вон туда. Ты. Ты вот сюда. И ты. Ты вот сюда. В вашем распоряжении. Чего? Я не понимаю, чего они строят. То есть, вот он что-то строит или не строит, или строит, или все, он забил уже. Так где наш главный босс-то? Ага, вот он. Принц-демон. Ну ладно, принц-демон. Как мы с тобой сражаться будем? Ладно, пусть Эльдара ни черта не делает, но мне нужно развиваться дальше. Ага, хорошо, все, последний этап. Это... Давай уже. Ну, тут повсюду ничего, никаких построек-то и нету, так что волноваться особо не о чем. Так что... Ну вот, здесь есть стандартные постройки. Ну на этом все. А, вот они что, они строят эти... Пушки. Отстойненькие. Нас расстреливают! Могли бы хоть уворачиваться от этих супер медленных шаров плазмы. Да, он великолепный. О, смотрите, пошел в атаку. Вау. Удивительно, да? Еще один построил звездный. Что он увеличивает? А, он увеличит общее количество пехоты и техники. Все равно непонятно, зачем она. То есть, у них не так-то уж много пехоты. Или они все же у них есть планы на развитие. Ладно, посмотрим. Кажется, мне ресурсов хватает. Наверное. Ладно. Давайте им еще подарим 1000 этой энергии. Потому что можно. Потому что я могу. У меня энергии много. Я знаю, что не так много, как хотелось бы, но... По
пока что мне некуда тратить. О, построили наконец-то. Еще одно. Еще один генератор додумались построить. О, и разрушают даже. Снайперскими эти. Световым копьем, да, это очень мощная штука. Еще одно световое копье поперло. Строители куда-то пошли даже. Может. Они будут сражаться даже. Так, хорошо. Не хочу особо задерживать игру, так что я хочу побыстрее уже развиться. Где? Давайте. Все, поехали. Мы вернем все наши боевые единицы и отправим их этим экскортом прямо на голову этому говнюку. А пока что ждем. Смотрите, копье, ты вправду мощная. Бам! И убит. Ему нужно пехота, чтобы захватывать. Чё он ее не строит-то, непонятно. Он типа думает, что вот это пехота, но на самом деле нет. Компьютер глуп. Что это? Еще один генератор. Ихнее развитие просто пошло просто гигантскими темпами. Блин, мощная пушка, смотрите, она просто, если ее с кем-нибудь возить, она вообще была бы мощная. Так, построилась. Индивидуальный телепорт, это хорошо. Реликтовая точка. Ну ладно. Будьте бдительны. Значит, идем на реликтовую точку. Приказ принят. Приказ принят. Нас расстреливаются. В атаку. Отлично, тяжелые болтеры делают свое дело. Враги империи будут уничтожены. Атакуем противника! Мы готовы к испытаниям! Все, отлично, реликтовая точка. Сейчас будет наша. Блин, у них прям какое-то полномасштабное наступление уже поперло. Че, еще один генератор? Офигеть. Может, у них скрипт какой-то сработал, и они сейчас развиваться будут. Смотрите, они сейчас базу просто уничтожат без меня. Ну, у них есть реликтовая точка, есть еще. Но нам мало ресурсов уже дает. Подождем! Так, ладно, чё? Чё я жду-то? Чего я жду? Дредноутов пора строить. И... терминаторов тоже скоро построим. Офигеть, мощные пушки у эльдаров. Удивительно, даже мощные насколько. Все, больше они, видимо, ничего не будут строить. Ну, нет, смотрите. Генератор. А, я понял, как они действуют. Они строят сначала максимальное количество звездных врат, потом сейчас построят максимальное количество генераторов. Я пробудился. Странный у них интеллект, конечно. На императора. Давайте подкинем ресурсы. Может, они как-нибудь будут начнут действовать. 1000 это небольшая сумма, так что. Реликтовая точка захвачена. Все, терминаторы. Я думаю, стрелков взять, мне кажется, они намного мощнее.
А, мне только на одного хватит. Да. Печально. Под огнем! Строить здесь базу, нет? Не знаю. Ладно, давайте построим, что мне еще делать. Как скажете. Я пробудился. А, я знаю, что сейчас делаю. Помогу эльдарчикам захватить вот эту. Плацдарм. Вера вечна. Ну, развлекайтесь, дредноут. О, смотрите-ка, всевидящий совет. Вот это неплохая. Технопортал для танков. Классно. Наконец-то война! Ой, здесь же этот красавчик. Ну посмотрим, как он бьет, насколько сильно. Вера вечна. Терминатор готов. Я служу даже в смерти. Я пробудился. Да, довольно сильно он бьет. Вера вечна. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Ну, куча этих дредноутов мне хватит, чтобы просто забить его до смерти. Так что... Я даже не боюсь. Ну, значит, мы скоро дождемся до финала. О, они захватывают точки. Ура! Их проглючило. Нас расстреливают! Да никто вас не расстреливает, успокойтесь. Такие нервные. Ого, техника. Так. Да, мне больше не хватит. Но хватит зато вот на это. Мы попали под плотный огонь противника. Высадимся в тылу врага. Давайте прокачаем эти отряды, чтобы... Они же могут... Потом влезть обратно, да. Значит, можно. Вот прибыл в ваше расположение. Ожидаю приказаний. Так, думаю взять плазмометы, наверное. Хотя против этого здоровяка фиг знает, что будет лучше. Давайте возьмем ракетницы еще. Я пробудился. Против боевых машин. Кто в вашем знает. Распоряжении. Моя вера защитит меня. Видимо, только вот этот молот сможет наносить этот сильный урон какой-то. Что за звуки? Враг атакует! Жесть. Ну-ка, я могу здесь построить что-нибудь? Значит, отводим своего строителя. Он там больше не нужен. Моя цель — служение. Да, мой командир. Я жду вашего приказа. Давай на базу. Подчиняюсь. Куча. Дредноутов. Все готово к бою, можно сказать. Так точно. Хотя ладно. Что вам угодно? А, нет, смотрите, они не могут залезть обратно. Только если я их сюда запульну. Ну ладно, значит, мы через эту запульну. Направьте нас на врага. Думаю, одного отряда здесь хватит, так что другие два мы тоже сюда отведем. И здесь, думаю, одного хватит. Страх повергает. Так что вот эти пойдут тоже. О, сейчас техника пойдет тяжелый у эльдаров. Но где их не отряды, это пехотные? Че, умерли что ли? Жили вправду умерли. Не вижу трупов этих.
О! Сокол. Не такой мощный, но лучше, чем вообще ничего. Там-там-там. Там-там-там. Под огнем! Ожидаю приказаний. Я жду вашего приказа. Давайте поставим. Как скажете. Западло. Просто так. Просто так. Ладно, думаю, я готов к бою. Начнем же. Сейчас я сделаю вот таких чуваков. Все четверых пошлю, чтобы было больше, более эффективно. Техники у меня жалко мало. Ладно, залазьте, ребят, внутрь. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, да. Мой брат. Да, о великолепный. О, отлично. Сейчас он захватит. Все. Я готов. Четыре дредноута сразу. Для разминки, так скажем. Забыл. Принцик, ты где? Принцесска? Вот она. Я противника. Отлично, сейчас ему это понравится. Мы готовы к испытаниям. Хвала императору. Все, отлично, все отряды здесь. Автосохранение. Да мы их вот сейчас и так крупнем. Я даже не успею никого подвести сюда. Под огнем! Десантирование! Высадимся в тылу врага! Десантирование! Отлично, все. Во имя императора! Уничтожен. Все. Что-то мне этот смех не нравится. Человек, не трогай камень. Ты погубишь всех нас. Не обращай на нее внимания, капитан. Уничтожь камень до того, как он уничтожит все живое. Вы не знаете, что делаете. Нельзя разрушать камень. Эльдары, убейте этих людей! Нет. Ну, блин, не... знаете, надо иногда прислушиваться к более мудрым людям. Ты обрёк нас на верную смерть. Прекрасная работа, командор. Торопитесь, братья, пора покинуть эту негостеприимную планету. Ты уверен, что ты поступил правильно? Покажись, демон. Не сейчас, но скоро. Пока иди и распространяй по всей галактике весть о моем возвращении. Я не твой раб, мерзкое отродье. Разве? Но ведь именно ты освободил меня. Нет, я уничтожил камень. Да. И сделай ты это на мгновение раньше. Я, скорее всего, был бы уничтожен. Но твоя жертва сильно ускорила мое освобождение. Жертва? Какая жертва? Вся эта планета была превращена во вдаль. Принесена в жертву кровавому богу Хорну. Синдри организовал вторжение.
Тор, Бау и, наконец, Синдри. Без их гибели я не смог бы вырваться на волю. Я благодарен тебе, и поэтому я сохраняю тебе жизнь. Пока, во всяком случае. Теперь беги. Беги и помни, что скоро все ваши души станут моими. Ты не получишь их. Тебя ждет суровый суд и жестокая битва. Смерть станет заменой твоему заключению. Ты обречен. Я уничтожу тебя. Неужели еще одна часть кампании? А, нет! Это финал! Все. Значит, мы закончили кампанию Dawn of War. А, ну хорошо, тогда я там чуть-чуть вырежу и все поправлю. Ну, блин, это было классно. Я уже забыл, когда последний раз проходил кампанию Dawn of War, так что для меня это было вообще интересно, интересно и еще раз интересно. Ну, следующее по плану это Winter Assault. Там тоже есть интересная кампания достаточно. Я ее вроде бы помню, вроде бы тоже не помню. А, так что увидимся в скором времени. Я незамедлительно, так скажем, начну ее проходить. Увидимся в ней. Так что подписывайтесь, оставляйте комментарии, ну и продолжайте смотреть мои видео. Всего хорошего. Пока-пока.